В прямом эфире мы продолжаем информационный выпуск. Кто стал лучшим специалистом многофункционального центра Карачаево-Черкесия? В конкурсе участвовали сотрудники ведомства со всей республики. Для чего проводится конкурс и какие цели преследует его организатор, узнавала Альбина Ламкова. Сами вопросы не сложные, просто надо чуть подумать и ответить, сосредоточиться и правильно ответить на данные вопросы. Сколько всего вопросов? 50 вопросов всего. Из которых я прошла 21. Елена Ибзиева работает в многофункциональном центре более 5 лет. Конкурс только начался, в запасе у Елены много времени. В данный период проходит этап тестирования. Соревнуются 12 человек. Данное мероприятие проводится с 2015 года и стало ежегодным. Сейчас идет отборочный этап для последующего участия в федеральном. Конкурс проводится в целях повышения престижа профессии работников МФЦ, профессионального мастерства и улучшение качества обслуживания заявителей. Проверяем знания специалистов, касаемо их деятельности именно. То есть приемы обращений, как правильно, правила оказания услуг, сроки и так далее, перечень документов. Тестирование состоялось в операционном зале. За ходом его проведения наблюдало 3 человека. Сами тесты по определению уровня профессионального мастерства сформированы на основании федерального, регионального и муниципального законодательства, используемые в работе специалистов. Руководство уверено в знаниях своих сотрудников на 100%. Каждый из специалистов умеет быстро работать с документами, терпелив и вежлив. А улыбка служит показателем профессионализма специалиста. В Карачаево-Черкесской республике создана и успешно функционирует сеть многофункциональных центров, которая на сегодняшний день состоит из 13 полноценных многофункциональных центров, расположенных по одному в каждом муниципальном районе Карачаево-Черкесской республики и 2 в городе Черкесске. Создание института многофункциональных центров признано одним из успешных социальных проектов страны, а их деятельность стала неотъемлемой частью нашей жизни. Вместе, помогая друг другу, можно стать профессионалом, в результате повысив качество и доступность предоставления услуг. Это основная цель специалиста в МФЦ. Какими еще навыками участники конкурса обладают, рассказали на финальном этапе. Каждый представил эссе. Затем путем открытого голосования члены конкурсной комиссии выявили победителя. И лучшим универсальным специалистом стала Эльвира Узденова из Карачаевского района. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия.